Всем добрый день! Приветствую вас на моем канале. К нам снова вернулась зима, завалила снегом и немножко похолодало, поэтому не буду долго болтать. И если вы хотите узнать, как сделать так, чтобы мусор, накопленный вашей семьей за целый год, поместился в одну литровую банку, смотрите видео дальше. Итак, концепция Zero Waste, или как уместить годовой объем образовавшихся отходов в литровую банку. Концепция Zero Waste или ноль отходов направлена на то, чтобы ноль отходов направлялись на захоронение на полигоне. И основана концепция на правиле 3R, то есть Reduce – сокращение отходов, Reuse – повторное использование отходов и Recycling – переработка отходов. Напомню, почему так важно добиться того, чтобы как можно меньше отходов или ноль отходов отправились на захоронение на полигон. Потому как все отходы и материалы имеют различное время разложения в окружающей среде от нескольких недель до тысячи лет и более. Например, пластиковые пакеты, которые все мы используем повсеместно, разлагаются в окружающей среде от 200 до 1000 лет. То есть только через 1000 лет какой-нибудь пластиковый пакет полностью разложится в окружающей среде. Представьте себе, пожалуйста, сколько будет выброшено пластиковых пакетов за эту 1000 лет, пока один разлагается. И добиться того, чтобы как можно меньше отходов направлялись на полигон, поможет нам дополненное правило 3R. Это та концепция, на которой строится все движение Zero Waste. Это первое, это сокращение отходов. То есть мы должны как можно меньше образовывать отходов. И только потом уже те отходы, которые у нас все-таки образовались, пытаться их как-то повторно использовать. Если повторно использовать у нас не получилось, то тогда мы перерабатываем отходы или рекуперируем. Рекуперация – это извлечение полезных компонентов или энергии из отходов. И только уже потом удаление. Удаление – это захоронение на полигоне или сжигание без использования тепла, которое образуется в процессе сжигания. Это самые неэкологичные методы обращения с отходами. Какие же возможности концепция Zero Waste, какими же возможностями обладает Zero Waste при внедрении в жизнь? Самая известная активистка данного движения и автор книги Zero Waste Home Беа Джонсон с помощью внедренных ею правил концепции Zero Waste добилась того, что мусор, накопленный ее семьей из 4 человек и собаки за целый год, который накопился, помещается в одну единственную литровую банку. Да, конечно, Беа Джонсон живет по правилам минимализма. Она не покупает ничего одноразового, полностью сокращает объем образовавшихся отходов и далее уже там повторно использует, перерабатывает, компостирует и так далее. Доходило до того, что она пыталась заменить туалетную бумагу мхом. Я вас не призываю к тому, жить так, как Беа Джонсон, хотя почему нет, если вам концепция данная близка. Не призываю сразу отказаться от того, что вы любите, от того, к чему привыкли. Я как промышленный эколог за то, чтобы минимизировать наше негативное воздействие, исходя из той ситуации, какая у нас есть. И поэтому я предлагаю провести эксперимент и начать внедрять принципы Zero Waste в свою жизнь. Если вы готовы к эксперименту, или, может быть, уже внедряете какие-то принципы Zero Waste в свою жизнь успешно или не очень успешно, поделитесь об этом в комментариях. Ну вот, я вам и рассказала о концепции Zero Waste, и если вам понравилось мое видео, ставьте отметку «нравится», подписывайтесь на канал. Всем счастливо!